Всем привет, с вами канал «Правильный выбор». В этом видео рассмотрим моющий кокон BeastWin A100. Подпишитесь на канал и активируйте колокольчик, чтобы не пропустить новый ролик. В описании под видео я оставил подборку ссылок на магазины с актуальными ценами. После просмотра переходите в комментарии, чтобы поделиться мнением и ставьте лайки. Автоматический моющий кокон BeastWin A100 создан для качественной очистки стекол, кафельных, зеркальных и иных поверхностей. Мультифункциональное роботизированное устройство, способное значительно облегчить жизнь современного человека, ускорив и упростив процесс уборки и очистки дома. Корпус робота имеет квадратную форму, а значит, очистка по периметру выполняется максимально эффективно, и вы всегда будете довольны качеством его работы. Встроенные датчики позволяют роботу самостоятельно определять препятствия и вычислять расстояние до края очищаемой поверхности. Интеллектуальная система навигации BeastWin A100 гарантирует полную очистку всей поверхности, не пропуская ни единого участка загрязнения. Улучшенная система очистки. Мойщик способен устранить практически все загрязнения благодаря многоэтапному процессу, включающему в себя как сухую, так и влажную очистку. Чистящий блок состоит из двух частей, каждая из которых крепится насадкой из особого материала. Блок в верхней части устройства осуществляет постоянные вибрирующие движения, позволяя насадке успешно ликвидировать стойкие загрязнения, непрерывно двигаясь из стороны в сторону. BeastWin A100 имитирует движение руки, наиболее эффективно справляясь даже с самыми стойкими загрязнениями. При этом на очищенной поверхности не остается разводов и других следов, благодаря продуманной конструкции неподвижного блока с большой площадью соприкосновения с поверхностью уборки. Насадка фибра крепится по своему периметру чистящего блока и собирает все загрязнения, оставляя поверхность идеально чистой. Вне зависимости от места установки на стекле, BeastWin A100 сможет очистить всю поверхность. Вы можете выбрать режим, наиболее подходящий для той или иной поверхности. Всего у робота-мойщика имеется 4 автоматических программы. Совершая определенные N-образные и Z-образные движения, он постепенно пройдет по всей поверхности. Отдельно стоит выделить режим локальной очистки, при котором Win A100 будет множество раз проходить по определенной точке, шаг за шагом устраняя даже самые стойкие загрязнения. Оставляя робот-пылесос включенным на поверхности стекла, вам не придется переживать за его безопасность. В первую очередь благодаря мощному насосу, который обеспечивает надежное крепление к поверхности. Даже если кабель питания случайно отсоединится от устройства в процессе работы, Win A100 будет находиться в полной безопасности в течение получаса. За это отвечает встроенный литий-ионный аккумулятор, емкости которого хватит на то, чтобы удерживать устройство на стекле и параллельно сигнализировать о подсоединении кабеля питания. Даже если произойдет ситуация, при которой вы не успеете вовремя подключить кабель к устройству и аккумулятор полностью истратит заряд, страховочный шнур предотвратит падение мойщика и убережет его от серьезных последствий. За комфортное использование робота отвечает пульт дистанционного управления, с помощью которого вы будете с легкостью переключать режимы или управлять устройством вручную, даже лежа на диване. А если же во время использования BeastWin A100 вы будете заняты другими делами, то звук работающего робота-мойщика не будет вам мешать благодаря низкому уровню шума. Проанализировав отзывы, я выделил основные негативные и позитивные моменты. Сейчас поделюсь с вами. Начну с отрицательных. Очень скромная конструкция. Мало салфеток в комплекте. Не промывает углы. Проскальзывают гусеницы на грязном стекле. Теперь перейдем к положительным. Моет хорошо, практически нет разводов. Хорошая зарядка. Страховочный трос. Дистанционное управление. Быстро моет, хороший помощник. Сухая и влажная уборка. Хорошо липнет к стеклу. Отлично полирует. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Надеюсь, вы провели время с пользой. Расскажите о своих впечатлениях в комментариях и не забудьте поставить лайк. До скорой встречи на канале «Правильный выбор».